Они уже реально не дают вкуса. У тебя такое ощущение, что ты ешь какую-то хрень. Привет, мои хорошие, с вами Кеймери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Прошлое видео про суши вам очень понравилось, поэтому я решила продолжить в этом же духе. К сожалению, в этот раз со мной Фатимочки нету, я буду есть все это одна. Мама тут мне приготовила всего, соусы, тут их очень много, я даже не знаю, с чем именно едят крабовые палочки, но одно я знаю точно, я очень люблю их. Я прочитала в интернете, что в сырую есть крабовые палочки, это вообще вредно. Быть может, после этого видео я прямиком отправлюсь в реанимацию. Если я не буду снимать долго видео, вы уже должны понять, что я где-то в больнице. Хочу я съесть всю эту гору за 10 минут. Не знаю, получится это у меня или нет. Меня даже еле видно в кадре. С утра, можно сказать, я не ела ничего. Поэтому на первый взгляд мне это удастся. Также, кстати, приготовила здесь сок. С такой вот трубочкой. В прошлый раз, когда мы снимали про суши, если крупным планом остановить видео и пересчитать, там можно было посчитать, что реально там 100 штук. Как пересчитать эти крабовые палочки, я не знаю, но я надеюсь, что вы поверите мне на слово. А если нет, считайте. Здесь 120 штук. Ну что, давайте не будем томить и начнем. Как пахнет. Я обожаю крабовые палочки. Могу съесть просто гору. Можно, кстати, попробовать соусы. Давайте макнем сначала в этот. Вообще не сочетается. Вторая. Далее попробуем какой-нибудь другой соус. Например, вот этот. С чем угодно вкусно. С кетчупом нет. Макаем в соус. В помощь мне салфетки. И было бы гораздо легче. Макаем. Они все падают. Несколько штук вывалилось. Я спросила у вас, могу ли я съесть в своем инстаграме. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в инфобоксе. Компот какой-то невкусный. Бумажки тоже надо сохранить, доказательство того, что я все съела. Мы с братом, когда были маленькие, мы всегда воровали эти крабовые палочки у мамы. И мы хотели просто вот так вот есть их. Теперь я могу себе позволить 120 крабовых палочек. Крутая. Они такие холодные. А вы любите крабовые палочки? Обязательно пишите в комментариях, сколько штук вы можете съесть. Я еще голодная.
на самом деле уже замерзла, поэтому притащила себе кофточку. Они холодные, я боюсь заболеть. Так, а мы с вами продолжаем. Господи, меня уже тошнит от них. Протухшие. Может, мне кажется. Я не могу сказать, что я уже с удовольствием их ем. Я смотрю на них, их очень много осталось. Компотик вообще невкусный. Изначально невкусно. Я должна все это съесть. Других вариантов нету. Они уже реально не дают вкус. У тебя такое ощущение, что ты ешь какую-то хрень. Открыть эту хрень. Господи. Стоять. Стоять. У меня тут такое приспособление. К сожалению, у меня закончился сок. Я пойду налью себе новый. Мы с вами продолжим. Буквально 2 минуты это займет. Вроде осталось немного, посмотрите. Ну как немного и немало. Ну вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 38 штук осталось. Что-то много. Я не могу, не мешать.
Бабушка зовет в другую комнату, говорит, идем кушать. Что же ты тут делаешь? Она даже не знает, что какой есть. Я же не могу ничего есть. Мне принесли новую водичку. Прям выходи. Надо внушать себе, что тебе это нравится. Фу. Откуда во мне берутся силы, я не знаю. И место тоже. Сейчас камера мигает. Я очень боюсь, что она сейчас выключится. И все мои старания к этому подход. Изначально я планировала, что я буду все это есть за 10 минут. Это просто было нереально. Так, двигаемся дальше. Меня сейчас вырвет. Я не знаю, как я буду выкладывать настолько длинное видео. Скорее всего, кое-где буду вырезать. Ой, блин. Никуда ты от меня не денешься. У меня сейчас из глаз слезы припадут. Ну что, все в соус падает? Уже настолько много вот этих бумажек, что они падают. Осталось две. И последняя. Я уже не могу глотать. В общем, на этом все. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Как вы видите, я съела все, но если честно, я себя что-то очень плохо чувствую. Мне как-то хреново. Ну, как-никак, рекорд был поставлен. Я в жизни не ела столько крабовых палочек. Вообще, думаю, что 120 изначально было слишком много. Надо было где-то останавливаться на 70. Потому что, если честно, я себя не очень чувствую. И ставить такие эксперименты на своем здоровье, я думаю, что
не очень полезно. Ну, во всяком случае, мне это удалось. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это будет мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Айка Эмили. Всем пока. Вы просто посмотрите, сколько здесь бумажек.